Шаффлборд, его еще называют летним кёрлингом. Игра, которая объединяет людей разных по профессии и возрасту. Он считается одним из самых доступных видов спорта, поэтому активными игроками в Сочи стали и инвалиды. В рамках развития массы спорта шаффлборд является успешным примером реализации федеральной программы «Учимся жить вместе», потому что это спорт тактиков и стратегов. Эксперты утверждают, что шаффлборд особенно полезен инвалидам-колясочникам для укрепления здоровья. Кровь гоняет сердце, а лимфу гоняют ноги. И вот если человек инвалид или маломобильный, плохо ходит, неудачно, то эти функции принимают ручки. И шаффлборд единственное, что помогает заставить гонять лимфу. Занятия проходят на открытом воздухе в парке «Ривьера» на специально созданной здесь аллее шаффлборда. Ближайшие соревнования, к которым готовятся спортсмены, это международный турнир, посвященный Дню инвалида. Планируется, что в нем примут участие игроки из 49 субъектов России, а также из стран СНГ. Также в планах Федерации шаффлборда провести в Олимпийском парке в Сочи в мае 2015 года чемпионат мира. Ожидается 200 дорожек и 600 спортсменов из 25 стран.